Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я хочу вас познакомить с новинкой, которая называется «Эмоциональные сказки». Чем же нам может помочь эта книжка? Не секрет, что иногда наши дети слишком сильно расстраиваются или злятся, но иногда не могут понять, что с ними происходит и как им работать с этими эмоциями. Для этого у нас есть книжка «Эмоциональные сказки». В этой книжке все эмоции изложены в сказках. Зверушки чувствуют их, переживают. И малыш учится у них понимать, какие бывают эмоции, что мы чувствуем, когда с нами что-то происходит, и как нам преодолевать эти негативные эмоции, что с ними делать. Порой даже взрослые не могут с ними справиться. Но теперь вот в этой книжке, которая называется «Эмоциональные сказки», мы научимся плохие эмоции преобразовывать в хорошие. Здесь ваш ребенок узнает весь спектр эмоций и научится с ними работать.